Верховная Рада приняла рекомендации парламентских слушаний по деоккупации Крыма. «За» проголосовало 233 народных депутата. Оппозиционный блок и фракция «Воля народа» не дали ни одного голоса. С полным текстом постановления и рекомендаций можно ознакомиться на сайте Верховной Рады. Там йде мова про те, що ми рекомендуємо змінити Конституцію, дати кримсько-татарську автономію, забрати статус спеціальний в місто Севастополя, прийняти закон о колаборантах, прийняти законом стратегію деокупації Криму. Це той мост, який ми маємо будувати з нашим українським Кримом. Пока разговоры о крымско-татарской, например, автономии, это действительно слова. Вот сейчас то это уже не слова, это уже постановление Верховного Совета. Хотя бы это дает надежду на то, что ну, действительно, как минимум часть из тех пунктов, что мы примем, что они будут реализованы.